Всем привет, дорогие друзья, с вами Геймпад. И сегодня я делаю обзор на игру под названием «Выборы» и Call of Duty Modern Warfare 2. Начнем с выбора. Выборы, конечно, графики будут похуже, да и вида. Это игра на JAR. Но, как мы знаем, Symbian поддерживает и игрушки JAR. Смысл игры в том, что надо набить рожу другим депутатам. Нам даются кнопки для ходьбы и прочее. Вот, к примеру, первый депутат, он лысый. И сейчас начнется бой. Главное попасть к красной точечке прицел. Если вы их видите. А если нет, то почитайте тогда в Яндексе или в Гугле насчет игры выбора 2033. Но здесь самое главное. Если вы попадете, то тогда вы не промахнетесь. А если не попадете, то промахнетесь. Следующая игра — Call of Duty Modern Warfare 2. Английский. Вы, наверное, подумаете, что это Call of Duty 4 на мобильный JAR, но нет. Это Call of Duty Modern Warfare 2 Force Recon. Все мы знаем, что раньше была только первая часть этой игры, и она повествовала только на Wii. А сейчас у нас есть шансы поиграть на та же самая Google Play. У меня 4 миссии. Давайте начнем с 4-й. Mobile Target. Погнали. Задолбал эта камера гребаная. Вот так. Итак. Джойстика нет, но надо будет просто вот так ходить. Чтобы стрелять, надо нажать два раза на себя. Жизни, конечно, будут тратиться очень тупо, и редко они восстанавливаются. Ну, меня бесит, конечно, процесс самовосстановления, да играть мне надо двумя руками. Ну, а на этом все, с вами был Геймпад. Вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте, какие игрушки я вам сегодня помог обозреть. Call of Duty Modern Warfare 2 и выборы. Ну, а этом все, с вами был Геймпад. Ставьте лайки, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, и до скорого.